Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. Я нахожусь на одной из главных улиц города. Рамбла. Здесь порт. Может быть, видно даже кораблики. Здесь по этой улице подъем наверх. И мы попадаем в центр. Именно на этой улице находится предлагаемый сегодня вам объект. Заходим в дом. Это хозяин пошел, это угол. И видим, дом не новый, но в нем есть гигантское преимущество лифтов. Пошли. Гигантское преимущество в том, что это центр города, друзья. В этих домах квартиры стоят недешево. Пойдемте посмотрим. Заходим. Небольшой коридорчик. Квартира будет просто улетать в аренду. Налево у нас проход, и туда мы сейчас с вами пройдем. Направо небольшая кухонка с балкончиком. Совсем маленькая. Так. Прямо комнатка. Из комнатки у нас выход на балкон. Квартира под минимальный косметический ремонт с кондиционером. Выходим на балкончик и обозреваем наш город-герой Аликанте. Именно здесь очень часто проходят различные шествия. В том числе сегодня вечером начинается карнавал. А вот порт, где стоят лодочки. Центрея некуда, друзья. Так, идем назад. Возвращаемся. На кухне мы с вами были. Это здесь вход. Есть у нас санузел, совмещенный с ванной. С окошечком на улочку. Так. И еще одна комната, с которой также есть выход на балкончик. Квартира очень небольшая, но, повторяюсь, не дешевая, потому как это центр. Что у нас балкончик? А вот такой. А что здесь? Бомба, други. Санта-Барбара. Можете стоять вечером, курить бамбук. Сидеть здесь, наверное, вряд ли. И смотреть на огни Санта-Барбары. Вот так. Два балкончика, видите? И вон наш последний. Вот этот вот раз. Это маленький два. И это, где я стою, три. Все. Репортаж на этом, об этой квартире закончен. Заказывайте недвижимость. Адьос, друзья.